رفتم. خب دوستان گیومی اینجا مرکز برشی سبوگ است. ما هست در اینجا روبرش انگری عبدالولیف هستن و طوری به شما من گفتم ما هست برای دیدن اون کس اومدم و این لحظه ها در بدن من مرغر میدود. برای چی؟ این رو شاید شما احساس بکنید بلکه دیدن چمپیون اولیمپی این خدا شرف است و دومین اون است که با انگری عبدالولیف من صلح زیاد همکاری داشتم در تاجیکستان وقتی که در تاجیکستان بودم تا اون زمانی که اون کس از تاجیکستان به اینجا بودم. برو بیاید با دفتر کاری اش بدارید. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم آدریا کوشون داس سلامتون درست آواتون درست چشم چشم شما سلامتون چخیر زندگی چخیر بحبا اولا چخیر از پروژیکتون رو یاد نکرده بسیبا کک وی مونده نشده اومده بسیار خوب اصلا سرحدا کشودگی هستن بسیار خوب است که ما با اینجا اومدیم و چون وقتی ما خیلی فرصت داد که بیاییم با شما بخوریم من دارم ما میتونیم همین طرح صحبت کنیم این صحبتی ما رو اینجا تماشا بیدانیم هم دوستانی من که با من هم ردیف هستند و برا پیگیری میکنن ببینن خب سخنان شما برای مردمی تاجیکستان و دوستانی من بزاوی تاجیکی فکر بگم صحبت بکنی تاجیکی عزیزتون نبرواده است Не, точки, а я думаю, наоборот, неким, как русские говорят, думаю на русском все равно. Вот, очень приятно, что приехали, рад всегда видеть посланников моей второй родины, рад видеть вас в здравии. Я надеюсь, что сегодня мы проведем очень хорошую, обязательную встречу. Вы здесь не просто так, сегодня чемпионат Азии по футболу проходит, и уважаемые руководители наших государств встречаются, такие планы обозначают на будущее, это вдохновляет, это радует, это воодушевляет. И я думаю, нам есть о чем говорить в плане нашего спортивного сотрудничества. Мы сможем в будущем очень много сделать. Дорогие друзья, дар солдой, азор солдо, навад, наводу як, наводу думан, чуки ба наворгили меня там. Андрей, я митар базамин его карасу габезидан, то он их сердце вот никак накарла. Салам вообще. Я тун хас он солдо, я тун хас. А ваги ду джой бути шмо гурт ме папути дар лучов, дар лучгей тарвал смони, ва бадан дар назди варжгой маркази ки вот новаш хасто, ова хрузи бу. Да. И хел вахту, Хичвард, Айодиодан, Намемра. На самом деле, это были, так скажем, золотые годы моего спортивного рассвета на моей второй родине в Таджикистане. Я всегда, когда думаю об этом, я думаю, что все мои победы, рекорды, завоевания, я смог с Божьей помощью достигнуть только вот на именно на этой воде, на этом хлебе, на этом соли и самое главное ауре вот, Таджикистана, там где беспримерно добрые, отзывчивые люди, там где весь город или вся страна, они как родные. И конечно, когда ты выходишь воевать в спортивном смысле за свою страну, вот этот посыл, который каждый из них отправлял, когда я ехал на Олимпийский, на чемпионат мира, когда миллионы людей желали от удачи, победы, это все аккумулировалось и было у меня в сердце, я от этого становился сильнее, это мне дало силы вот, выходить и выигрывать, и это, конечно, не забываю. Останется у любого спортсмена на всю жизнь. Мы это будем всю жизнь нести. И от этого у нас двойная радость, когда Айтучик Суан, Джимео, Немебио, Махун, Джимео. Это непередаваемые слова наслаждения от общения со своими друзьями, коллегами и просто-напросто до таджикстанцами. Салам Абуши, в какой карьере до рефизии до хастей? آخرین بار تاجیکستان کی بودید؟ Я сезон был, сезон был, лекин такой краткосрочный у меня поездка. Я в этом году доход планирую с ним поехать. Бюджет бисер до Душанбе зиму, что нас шахри колон, что нас хоновый баланд, а сам ровый зиму, а сам куб хамаш хаст.
Албатта, он тому, что говорил, он идет, и народ тому, что говорил, он Андрей Андреев, ой, наш он чемпионат, бахчал, что он канал сюда, на гряду сюда, не он наш сюда. Худовочки, худовочки, на самом деле, и дети уже, уже четверо внуков есть. Вот время идет, время берет свое. Мы хотим соответствовать современным требованиям, чтобы и быть креативным, и не отставать от духа времени, потому что особенно спортивное время, оно очень быстро вперед. Там те зайки, нельзя расслабляться ни в коем случае, вам дельшок будет подтвердить. Понятно. Впереди локомотив этого должно быть, нашего спортивного движения, легкоатлетического в том числе. Должны своим примером это показывать, поэтому, несмотря на это время, мы должны удерживать тот темп и ритм, который сегодня задается нашим руководством наших стран. Вот, а для этого надо быть и в форме. А потом это мой второй родной язык. Он не забываем это. Я считаю, что один из красивейших языков на свете. Не говорю уже музыкальных. Не говорю чхиао и айот. Албатта, друзья, не все равно, хусан асам, кшу, тохозир, ботоджикистан асам. Андрей Джон, хуб, мам, я вам дасту варто, хелез йод асам, сори глазур дуем, агар дарю, то мучат, вахте ги дельшот, гурзу бей партов, чмо гуфтетки, сарусия мешава, ба оз сен варо, типа дата лески гурзу ба беру парто я. Оно, алакове, шмо дар хами бобат, ботоджикистан, чигуна аст? Но, надо, надо сказать, что я всегда верил, что Дельшот в конце концов себя реализует. Я всегда верил и в душе просил Всевышнего, чтобы у него это получилось. Дельшот Анхапачайки, который не 99,9, а сатвой с худшим мундой. До конца Раштагай и скажем еще, что Худодогай. Там Бразилия, Куржикай. Смог, вопреки прогнозам, каким-то мнениям, мировым там и так далее, там потом выйти и выиграть. Вот. Так как это сделал бы, ну, как сделал как истинный таджикистанец, вот, то, конечно, говорит о том, что в том числе о его характере, о его сущности. И, конечно же, о той школе легкоатлетики и метания, которая у нас есть вот сегодня, так скажем, наша центрально-азиатская школа. И вот в связи с этим я хотел сказать, Илёжи Бошан, мы должны эту школу поддержать. Он говорит, Анхельку Немки, все такой талантливый, все. И да тоже, что на нас это талант, что на нас это, он говорит, и Гудакой берем. Тут-то олимпийский медаль, это прилично. Я вам лакет. Говорит, я тут эти как нет. Полезен. Говорит, они такой бардурем мокурку нет. Акун путун джахан медунаки, акун саволом местеки. Точку партов на метуна. Это ясно. Но говорят, еще раз должен повторить. Мегаки Андрей Абдувалиев, аз тризаш ба варжгоди го икрани, роса все друг. Не. Ну, меня видно, но не когда я тренировку провожу там, обязательно. Вот, здесь видно все. И самая моя любимая работа – это тренерская деятельность. Мы не кабинетные работники. Мы не чиновники. Основной мухами такой будет камонку. Мы должны видеть, как они развиваются. Мы наша педагогическая тренерская деятельность – это самая та работа, которая удовлетворение нам дает и которую мы можем лучше всего делать. Я знаю, что я бы вас говорил, что мы разобрали. Бед я глаза бы видел, что чьи было те раз. Хуми даром я кушаю, поберу я порой. Пойдем, инжо, до сори, кроме того, мы бинет.
این همون میدانی هست که اندری عبدالی گور میپرتفتند، حالا شوگیلوش رو میپرتفتند. یک جای بسیار هم کشد، این طبیعت رو ببینید، این گرد و اطراف درختزار رو ببینید. این ابرهای تابستان شده است، اما بهاری اینجا کمی هم باشد، به سبزه شما شاید بارون میبارند. اندری جان، من میخواستم که در اینجا هم مسابقه های بین‌المللی رفته شد، اما امروز تاجیکان جالی رو دیدیم که در اینجا اشتراک میکنند. ارزوهای خود را به همین دوستان من که حالا ما رو تماشا میکنند بگید، به تاجیکستان ها بگید. چمپیون المپی با شما سخنهایی رو میگوید که شما باید بشنوید. Я хотел бы пожелать всем своим соотечественникам, вот, бьютон, занимайтесь спортом, занимайтесь легкой атлетикой, занимайтесь, будьте активны вот, в своей жизни, чтобы наши дети, внуки смотрели на нас, они будут брать пример. Нет лучше удовольствия, чем удовольствие от физической деятельности. Это много, сотни лет назад еще было доказано, сказал Хуан Антонио Самаранч, и это на самом деле так. Миллиарды на Земле делают это. Вот. И мы будем призывать еще и еще раз. Бейтон и на стадион, Бейтон Саркуни. Это все очень просто. На самом деле это счастье спортивное, оно не такое тяжелое. Вот. Просто каждый может заниматься, и это все доступно. Стадион намного больше, но парк не брать. А мы Айхона Брамали Даму пешеходный тротуар, я километр, 50 метров, Давиден, вот, просто схватить, просто активно походить, Давиден, на то не нагад, пиво, дорога, вот, просто походить, это уже занятие, а это все легкая атлетика. Бля, салам вообще, поэтому мне это он. Бля, десон игровый мод, дарамин-джо, اون چیزی که میخواستیم به شما پیش بیاریم با انجام رسوایی داده بودیم، اما اساسگذاری سلو والد ملی ما، پریزیدنت ما، پیشوای ما امامالی رحمان به نزدیکی در اینجا بودند و ما دیدیم که بسیار آویزه های زیاد نمولوها های و عکس های پریزیدنت ما و پریزیدنت ازبکستان میرزایف بودند. از این شما شد هست فکر میکنم که جناب ملی اینجا بودند. Я говорил, что, конечно, встреча двух уважаемых руководителей наших стран. Вот. Тот пакет документов, который подписан на ближайшее будущее, на долгосрочную перспективу, он, конечно, радует, он вдохновляет, он воодушевляет, он наделяет ответственность, чтобы мы еще лучше работали, чтобы мы справлялись с теми задачами, которые перед нами ставятся. А перед нами, как спортивными работниками, вот, конечно, одна из главнейших задач – внедрение именно активного образа жизни в массы. Потому что будем это активнейшим, динамичнейшим. Ходишь зиндаги в мире, динамика добавляется, и мы должны этому соответствовать. Мы будем одному дойдет, мы будем такой берем. Вот эта задача. Нам легче будет, когда мы воодушевлены всем этим работать. حضور احمد، من با شما برور میخوام و ارزو دارم که شما وقتی که به دوشنبه اومدید اینجا ما باز در نقشه داریم که یک فیلم درباره شما میکنیم. تلویزیون ورزش همیشه در این بوره بسیار فکر هم میکند. شادیم که شما هستید، در تاشکند هستید، در وظیفه هستید، ورزشگرانی من نزد شما میبیند، شما کمک میکنید. خوش باشید، بیاید به تاجیکستان، شما رو انتظار میشیم. رحمت، 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 رحم